Мои дорогие слушатели канала D-Podcast. Данный канал посвящен жизни и творчеству народного артиста мира и, по нашему скромному мнению, лучшего певца на планете, а так думают миллионы людей по всей Земле. В общем и целом мы говорим здесь про Димаша Кудайбергена, гениального артиста из Казахстана, голос которого заставит вас поверить в чудо, как только вы его услышите. И сегодня я предлагаю вам, так сказать, немножко поразмышлять, немножко подключить свою фантазию и представить, кем мог быть Димаш, если бы не стал певцом. Речь идет о профессии. Вот могло же произойти так, если бы Димашу с детства не нравилось бы ходить в музыкальную школу, изучать ноты и так далее. Вот кем бы мог стать этот человек при другом жизненном раскладе? Давайте сегодня об этом поразмышляем. С вами канал D-Podcast. Мы говорим о Димаше. Приятного прослушивания. Ну, смотрите, друзья, давайте возьмем на поверхности, так сказать. Сначала пройдемся по очевидным показателям. Помимо вокальных данных, Димаш отлично играет на разных музыкальных инструментах. Если бы он не пел или не владел бы подобными вокальными данными, то он легко бы смог бы стать музыкантом. Что еще из очевидного? Как мы знаем, Димаш также является автором и композитором. То есть он часто пишет текста, песен и музыку для композиций. Он мог бы легко зарабатывать на этом, сотрудничая с другими артистами. Также Димаш мог бы быть постановщиком номеров. Как мы знаем, многие номера на сцене он ставил себе сам. Если же отбросить творческую составляющую, то Димаш мог бы стать хорошим спортсменом. Например, он в детстве занимался плаванием и единоборствами. Думаю, что в этих дисциплинах артист смог бы достичь немалых высот с его-то целеустремленностью. Также мы с вами прекрасно знаем, что Димаш поет и разговаривает на разных языках мира. Что это значит? Это значит, что Димаш смог бы углубиться в тему лингвистики и стать переводчиком или же обучать языкам других людей.
Димаш смог бы легко стать моделью. Да, но это же очевидно с его внешностью, ростом, телосложением и чертами лица. Моделью, ну конечно же. Послушайте только, сколько уже мы с вами перечислили профессий для Димаша. И это только из очевидного, что мы можем разглядеть в этом человеке невооруженным взглядом. Я уже не говорю не про творческие профессии, а про обычный людской труд. Ну хорошо, раз уж мы начали эту тему, то давайте развивать ее до конца. Если полностью отбросить творческую работу, кем бы мог стать наш любимый артист, будучи обычным человеком? Мы прекрасно знаем с вами о том, как Димаш тепло и бережно относится к детям. В интернете очень много видео певца с маленькими поклонниками. Думаю, что Димашу бы пошла работа, связанная с обучением детей чему-либо. В этой сфере очень много вариантов, таких как педагог, например, или же вожатый в детском центре, учитель, тренер и так далее и тому подобное. Конечно же, Димаш мог бы быть каким-нибудь экспертом в области изучения своей страны. Учителем истории Казахстана, например, или экспертом в области народного быта, что-то из этой серии. Мы знаем с вами, какой Димаш патриот своей страны, и что благодаря ему весь мир больше узнал о Казахстане. Поэтому ему очень подошла бы работа, связанная с изучением культуры Казахстана –